Невозможно переоценить вклад ветеранов труда в становление вуза. Некоторые из них до сих пор продолжают работать на благо университета, следят за жизнью и успехами студентов. И, конечно же, гордятся родным университетом. Как университет? Это, как говорят, вон написано, альма-матер. Могучий, непобедимый. Все призы берет наша молодежь. И спортивные, и научные. Очень часто выезжают за границу на олимпиады. Привозят гранты, привозят дипломы. Ветераны гордятся ЮРГУ, а ЮРГУ гордится ими и благодарит за труд. В поздравительной речи проректор по учебной работе Андрей Шмидт подчеркнул значимость вклада, а также пожелал здоровья и долгих лет жизни. Конечно, основное – это все эти годы. То, что есть университета, это прежде всего коллектив, коллектив преподавателей, научных сотрудников, потому что это главное. И, конечно же, это прежде всего и вы, собравшиеся в этом зале, потому что без этого не было бы нашего уверенного такого движения сквозь эти десятилетия. Председатель Совета ветеранов Центрального района Алексей Блинов присоединился к поздравлениям. Очень рада, что 75 лет встречают очень достойно. Ну а я от Совета ветеранов Центрального района пришел поздравить наших ветеранов с такой датой, потому что они всю жизнь проработали и отдали все для того, чтобы бывший ЧПИ и сейчас ЮРГУ звучало по всей планете. Это был вечер хорошего настроения, встреч и воспоминаний, ведь этих людей объединяет так много. Наш университет имеет огромную славную историю, и эта история в первую очередь создана благодаря труду сотрудников, преподавателей университета. И ни при каких обстоятельствах нельзя сделать так, чтобы традиции, которые в нашем университете создаются годами, десятилетиями, были утеряны. Особенно теплую атмосферу создавал хор ветеранов, а студенческий гимн «Гаудеамус» объединил как артистов, так и зрителей.